Кубок Ешанькина. Это всероссийский турнир по бодибилдингу и фитнесу. Проводится ежегодно, начиная с 2011 года в Абрау-Дюрсо, красивейшем уголке Краснодарского края. Турнир включает в себя такие дисциплины, как фитнес-бикини, бодифитнес, а также пляжный бодибилдинг. Чемпионами становились многие именитые спортсмены. Станислав Линдовер, Екатерина Гамагина, Андрей Попов, Алексей Шабуня, Сергей Кулаев, Сергей Морозов, Екатерина Усманова, Елизавета Мукминова и другие известные спортсмены. Абрау-Дюрсо – один из самых уникальных по красоте уголков нашей Родины. Поселок расположен на берегу озера Абрау, в непосредственной близости от Черного моря. Это кристально чистый воздух и красивые горы. Вас ждет незабываемое спортивное представление на самой живописной арене. Сегодня Кубок Ешанькина – это фестиваль фитнеса, красоты и здоровья, это различные семинары, мастер-классы, встречи со звездами спорта и шоу-бизнеса. Также вас ждут тренировки на открытом воздухе, соревнования по армлифтингу, кроссфиту и функциональному тренингу. Вас ждут семинары Андрея Скоромного, Анны Стародубцевой, Дениса Гусева и Михаила Кокляева, показательные выступления Николая Ясиновского и Александра Ешанькина. А в номинации «Звезды по бодибилдингу» выступят обладатель мировых наград и рекордов, солист цирка «Дю Солей» прямиком из Лас-Вегаса Игорь Зарипов, серебряный призер Олимпийских игр Дмитрий Клоков, актер, ведущий и режиссер Сергей Бадюк, мастер спорта по кикбоксингу, самый здоровый парень российской эстрады, рэпер Джиган. Вас ожидает незабываемое шоу, праздничный салют и невероятная атмосфера. С 27 по 29 апреля в Абрау-Дюрсо, центральный парк, амфитеатр возле озера. До встречи, друзья!